Пожар вспыхнул 8 октября около 9 часов вечера на улице Ворошилова-Сорочинска в двухэтажном жилом доме. На место прибыли два пожарных расчета. Всего с огнем боролись 6 человек, привлечено 2 единицы техники. В 22:30 пожар был полностью ликвидирован. В квартире выгорели две комнаты на общей площади в 50 квадратных метров. По данным ГУ МЧС России по Оренбургской области, на пожаре погибла женщина 1934 года рождения, ее тело обнаружили пожарные. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно, это предстоит установить специалистам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.